Вау, это вы? Помню тебя. Я не помню. Давай, читай стихи. Я давно не писала стихи. Я позабыла, как это делать. Ого. Мои дорогие, всем привет. Новый ролик с шикарнейшими реакциями, с необычными людьми и с красивыми стихами специально для вас. Здравствуйте, девчат. Привет. Скажите, а можно три вопроса вам задать? Угу. Вы же уже не в школе, правильно учитесь? Да, да. Вот вы когда в школе учились, вы наизусть стихи учили? Да. А помните какой-нибудь наизусть? Да. Какой? Да. Пушкин. У Лукоморья зеленый. Не, ну смотрите, Лукоморье, Бородино, это еще в первом классе учили. А вот именно когда уже повзрослее были. Ну, белый снег пушистый, в воздухе кружится. Что-то на землю падает, ложится. Все, больше не помню. Я не помню. А я думал, может, знаете, ну там Есенина про любовь, Маяковского про любовь, не? У нас с любовью как-то не то. Любви нету? Mm-mm. А знаете, кто такой Эдуард Осадов? Писатель, да? Да, знаете, вот его хоть какое-нибудь стихотворение про любовь. Хотите, хотите, я вам прочитаю. Давай. Ой, нифига себе, это как она так сделала? А, это подсветка, все, я понял. Хорошо, тогда Эдуард Осадов. Стихотворение yeah. называется «Я могу тебя очень ждать». Я могу тебя очень ждать. Долго-долго и верно-верно. И ночами... Могу не спать и год, и два, и всю жизнь, наверное. Пусть листочки из календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все не зря, что тебе это вправду надо. Я могу за тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю я тебя не напрасно. Обалдеть. А ты как, диктором каким-то работаешь? Или почему у тебя такой голос? Да. Увлечение у меня такое. Обалдеть. Ну классно, классно. Посоветуй нам тоже какие-нибудь упражнения. Мы тоже так хотим говорить красиво. Упражнения? Да. Даже не знаю, какие упражнения... посоветую, чтобы красиво говорить. Подпишитесь на мой телеграм-канал, там все есть. Хорошо. Ты оставь нам его. Да. Дмитрий Кравченко называется. Хорошо. Сейчас найдем. Давайте. Нифига себе, галочка есть. Вообще. Ну, классно, мы посмотрим сегодня. Да. Хорошо. Ну пока. Все, пока. 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 Господи, боже мой, что это происходит? Тебе что, не нравится? Не, мне это как раз нравится, я поэтому и спрашиваю. А тебе такое нравится? На... это было прямо на заставку. Хорошо. Здравствуйте. Я вас видела. Давайте, здравствуйте. Здравствуйте, как дела у вас? Да, хорошо, как у вас? Все прекрасно, а вы из Беларуси, да, я вас видела. Я с Ростовской области, почему с Беларуси? Я вас реально видела. Подруга тоже видела? Нет. А вы поэтому сразу телефон достали, да? Ну, классно. Ну, я такая не буду сейчас. Вау, это вы! А вы из какого города? Я из Москвы, но родом из Грузии. А, грузинка, да? Да. А вы? Я татарка, но из Москвы. А, татарка с Москвы. Это хорошее сочетание. Да. А давайте, хорошо тогда, какое прочитать стихотворение? Про Татарстан или про Кавказ? Если не отвечать. Про Кавказ, наверное. Давайте. Про Кавказ, да? Да, давайте. В комнате веет прохладой и сыро.
За окном возвышается старец Эльбрус. В небе над ним недоеденным сыром виснет луна, как потерянный груз. Мне на Кавказ приезжать не впервую, но восхищаюсь за разом я раз. Горами... А я... Такой голос изначально, я видела. Ого! Лесами, прозрачной водою и видом прекрасным, что радует глаз. За высоцких куплетов только лишь горы других лучших гор. В пору любую, зиму или летом, ласкает пейзажем кавказский простор. Браво! Это было... Передайте моему каналу привет. Привет вашему каналу. Спасибо. Ладно, давайте, до свидания, удачи вам. Спасибо. Удачи. Спасибо большое, хорошо. До свидания, удачи вам. Стих не дали дочитать. Раньше времени сплавили. Что за жизнь, что за жизнь? Здравствуйте. Здравствуйте. Чего? Здравствуйте, я говорю, здравствуйте. Чекай, чекай. Давай, читай стихи. Вы уверены? Да. А какой? Показывает, как ты напишешь, сейчас буду читать стихи. А какие читать? Пушкин. А я Пушкина не знаю. Кого еще? Не выдержала. Все выпуски выходят раньше в сообществе ВК и на ВК-видео. О, стихи, пожалуйста. Не, вы себя плохо вели. Ну, пожалуйста. Ну, не думаю, что я вру. Так, а вы так и есть. Вы врете и матом ругаетесь еще. Ну, я же не врала, что вы стихи потом читаете. Вы ну, читаете. Иногда бывает. Но лучше пусть они думают, что вы врете. Почему вы желаете мне зла? А вы тоже со мной матом разговаривали. Я к вам по-доброму, а вы со мной матом. Еще и послали потом в конце. Да нет, вам показалось. Точно? Точно. А, ну если показалось, тогда ладно. Какие стихи хотите? Какой на ваш вкус? Ну, короче, какой ваш самый любимый стих? На мой вкус, у губ твоих конфетный вкус, твой шепот нежный-нежный разгонит грусть, знаете? Нет. Тогда давайте другой. Ну, скажи, какой стих. Есенин заметался пожар. Заметался пожар голубой. Позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь. В первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь как запущенный сад. Был на женщины зелья падки. Разонравилось пить и плясать. И терять свою жизнь без оглядки. Мне бы только смотреть на тебя, видеть глаз златокарий омут. И чтоб прошлое не любя, ты уйти не смогла к другому. Поступь нежная, легкий стан, если б знала ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным. Я б навеки забыл кабаки, я стихи бы писать забросил, только б тонко касаться руки и волос твоих цветом в осень. Я б навеки пошел за тобой, хоть в свои, хоть в чужие дали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. Спасибо. Я думала, ты врёшь. Серьезно, я думала, тебе что-то привиделось, причудилось. Я возьму чулку. Хорошего вам вечера, девчат. Я думала, ты врешь, говорит. Слышали? Я думала, говорит, ты придумала это. Ого. Вы красивая. Помню тебя. А вы продолжаете сидеть в чат-рулетке, да? Я зашла с большим отрывом. Я не заходила неделю две, наверное. Вау, а зачем зашли? Скучно стало. Скажите, пожалуйста, вот не секрет, если, да? Как такой красивой девушке в пятницу вечером может быть скучно? А при чем здесь моя внешность? Я вафля по жизни. Это...
Здравствуйте. И вы останете, да? Не, я таким не занимаюсь. Мама, живой, занимайся. А нужно... Зачем такое делать вообще? Да я не знаю, я не успел спросить. Не, я сюда по творчеству захожу. Песни поете? Не, стихи сочиняю. Стих? Какой? Ваш. Так и что, на какую тему хотите? Тюрьма. Тюрьма? Блин, только у Пушкина знаю про тюрьму. Я знаю, сижу за решеткой в темнице сырой. А я у меня, не сидел, поэтому у меня нет про тюрьму. Про свободу. Про свободу. Да. А как это, про тюрьму нет, а про свободу есть? Про свободу есть, да. Вот так. Она, дышавшая свободой, была закатана в асфальт. И мне в мои-то три... А? Блин, вы меня даже не слушаете. Извините, пожалуйста, я слушаю заново. Она, дышавшая свободы. Она, дышавшая свободой, была закатана в асфальт. И мне в мои-то 30 года к свободе хочется вас звать. Река шумит, гудки клаксонов не заглушают мой порыв. И даже солнце, хоть и сонно, меняя воду на пары, горит звездою путеводной, лучом указывает путь. И на обводном или водном хочу свободы я глотнуть. Но в миг, когда приходит дурость, она берет с собой тоску и приставляет время дула, смеясь над планами, к виску. Уважаемый. Подожди. Уважаемый. Я его знаю, это вот... Я знаю, тоже знаю. Да, ну... Видео снимаете? Вконтакте будете. Где? Вконтакте? Вконтакте. Офигеть, прям как-то не получилось красиво. Я с водкой сижу, а вы стихи рассказываете. Вообще класс. А давайте заново, как будто вот... Я только что включилась, такая, ой, здравствуйте. Это прям ваш стих? Это прям мой стих, да. Ой, а я тоже стихи пишу. Прочитайте что-нибудь. О, боже. Так, хорошо. А я вам не буду про любовь читать, я прочитаю свой любимый. Про тюрьму? Давайте. Я давно не писала стихи, я позабыла, как это делать. Я хотела исповедать грехи, но сам Господь перестал в меня верить. Я ходила по крышам домов, я искала прощения в подвалах. Я плевала с высоты облаков на весь мир, что стоит в пьедесталах. Но никто меня не простил и даже не пытался понять. Объясни сейчас, где ты был и кому собираешься лгать. Никому ничего не скажу, а друзей остались лишь кости. Я одна по дороге пойду, пока мир погибает от злости. И пусть дела мои очень плохие, и не успею я их исповедать. Я давно не писала стихи, я позабыла, как это делать. Ну вот, считайте, минимум 700 человек вас сейчас послушало. У вас прям онлайн-стрим? Обалдеть! А там еще больше, послушает. Ой, я не ожидала, а я переключить хотела. Хорошего вам вечера, мадам. И вам спасибо большое. Пока. Пока.